И у того родина быть дочки нет. Такая чистая, как мытая посуда, такая умная, как стрелы под колдуда. И лажи не по сума, и каждый день меня я сюда обрашу. Она сходила лажи по сума. Ой, мы дискотека. Так выходите сюда к нам, что ж вы стесняетесь. По четыре слова прощаю Ярослава Гражданина Иванова. Ой, города пусы и стал зантом. Теперь он числится женским коммерсантом. Всемирно известной улице, улице Мира, состоится большой праздник, который посвящен 25-летию ресторана Печестова. Обратите свои взоры на это прекрасное заведение, отличающееся особыми в стиле модерн архитектурными формами. История этого заведения удивительна. На этом самом месте и до Печестова был ресторан, который назывался иначе. Потом я узнаю, если вы знаете как, вы мне подскажете. Хотя я знаю. Причем он назывался он не только с самого начала, потом название было другое, а потом уже третье. Так вот сегодня мы отмечаем 25 лет этой знаменитой точки. Хотелось бы, чтобы сегодня вы вспомнили о том, что в течение всех 25 лет этот ресторан отличался особой щедростью. Не только благотворительные обеды, не только приемы, специально организованные для детей из Одессы и города, для представителей малоимущих семей, для детей-инвалидов. Наверняка среди вас находятся те люди, которые, так же как я, бывшие здесь 25 лет назад,
помнят эти прекрасные времена. Не чарами купальського вогню тебе я приворожувати стану, твою любов до серця пригорну. Мне нравится, когда там кто-то передача.
Thank you.